Ребятушки, хочу вам предложить посмотреть видео Сереги Маузера, в котором он рассказывает всю правду о Руслане Татунашвили. Помните Серегу Маузера, который свечами занимался и который купил встречу у Руслана за 30 тысяч рублей? Так вот, переходите на канал Сереги, ссылка в описании, там увидите это видео. И Серега говорит всю правду о Руслане. Ребятушки, всем привет! И сегодня мы находимся у Вадюши. Вадюша, стряхни пепел, ребят! Дверь-то что не открываешь? Я что, Наташа с вещами выставила из дома? Здорово, голенький. Здорово. Ютуб соски не пропустит. И давно мы у Вадюши не были. Как обычно, коньки, перчатки. Но необычно это, манежек. Ты кого в манеже держишь, Вадюш? Я там бухой сплю, блядь. Ага. С игрушкой. Ой, а что это вы кровать на север повернули? По ногами. Все по фэншую. На север ногами. О, кроватка детская. Где ребенок-то? Как где? У бабушки, дедушки? У бабушки. Он мне звонил, кстати, уже едет обратно. Что? Ну, ребенок твой. А, едет? Да. Наташа, привет. Привет. Ребята просят, чтобы ты залпом выпила. Хотя бы воду. Это был единственный раз. Вадюшин кабинет. Да. Это теперь офис, это же его теперь основная работа. Это Вадюшин офис. Да. Вот, ребята, настраиваю канал. Уроки по Ютубу. Как настраивать канал. Привели Вадюшин канал в божеский вид. Все у него как положено, теперь оформлено. Пролезни вниз еще вот эти плейлисты у него. А то была какая-то поеботина. Единственное, что-то адрес еще не поменялся, но мы адрес поменяли тоже. Владимир Ильжевич. Все поменяется. Все поменяется. В общем, ребята, сейчас вчера Вадюша выложил видео, вчера он готовил заливное. Покажи видео, открой. Вот оно. Извините, уже на оператора. Вот, Наташа его снимала. И сейчас мы пойдем пробовать это заливное. Но в конце у нас самый главный анонс будет, самая главная информация по поводу завтрашнего дня. Завтра же, да, это будет? Да. Да. Пошли пробовать заливное. Но не переключайтесь, как говорит Вадик на своем канале. Ребятки, ну вот блюдо, которое я вчера готовил. Сегодня я угощаю Митюшечку. Блюдо, да? Да. Вот. Ты как Наташа так же снимаешь, что нихуя нет, не видно блюдо? Наоборот, видно. Я тоже никак не Наташа. Ой, а что, бананы даже? Да. Ребят, смотрите, даже бананчики. Кусочек банан. Ну что здесь, Вадюша, говядина, да? Говядина, горох, яичко, морковочка, петрушечка. Все. Что еще надо? Яичко. Яичко, я сказал. Это желток, это не банан. Ну давай, будем пробовать. Возьми вилочку. Вадик говорит, либо петушиная вилка на зоне, либо дедовская фашистская, блядь. Да. Ну, в смысле, дед у него не за фашистов воевал, он трофей привез с войны. На тебе вилку. Давай. Давай, что? Блядь, ну под такое это заливное это. И въебать можно, да? Тебе налить? А что, есть? Есть. Ммм. Вкусно? Почему говядина такой вкусный, да, в заливном? Как будто чуть сигаретами отдает. Не замечал? Нет. Или когда просто ты готовил, дымили? Ничего. В две дудки. Ничего не делали. Не, я на самом деле замечал, что в говядине какой-то дымок такой привкус. Ну-ка, огурчик. Ммм. Получается диетическое блюдо? Да. Потому что свинины нет? Да. Там даже жира нет. Картошки нет. А что это тут замерзло? Желатин. Так подожди. И самое главное. В общем, ребята, переходите на канал Вадюша. Будете вкусно кушать. Да. Только это стихи. Нет, там вот именно. Он вчера выложил этот видос, как он его готовил. Офигеть. Ну сейчас, короче, сейчас я доем и мы вам расскажем, что у нас будет завтра. Вчера, ребята. У Натальи был дебют, она первый раз взяла в руку камеру. Вам хате? Да, ебут на хате. Но... Короче, на нее сильно не ругайтесь. Наоборот, человек пробует себя в новом амплуа. Я думаю, у нее все получится. И впредь она будет снимать, ну, более лучше. Потому что, как вы там тоже написали в комментариях, у меня самая простенькая GoPro. Не как у Дмитрия Шилова, где там все видно. Поэтому я прошу, чтобы вы снисходительно писали свои комментарии. Она у меня очень ранимая. Все, ребят, я доедаю и сейчас вам все расскажем. В общем, ребятушки, хотим вам сообщить радостную новость. Вадюши очень много пишут, мне очень много писали. Все хотят с нами бухнуть в офлайне, то есть, ну, вживую. Да, да. Но удовлетворить каждого мы не можем, потому что просто здоровья не хватит. Ну, да. Ну и как бы и средств нам, там другие, вас же много, там в других городах, там кто-то за границей вообще живет. И поэтому мы приняли решение делать, ну вот как мы уже говорили, мы хотели сделать приложение, ну и хотим его сделать. Закрытый, ну как, не закрытый, а просто мужской клуб, да? Ну да, то есть вот
То есть завтра мы хотим сделать онлайн пьянку, типа как мы лепили пельмени, но только не по 7 часов, а ну такую, может быть. Ну, часика на 2. Да, поменьше. Да, ну как, короче, как мать пойдет. Да. То есть мы также планируем готовить стол. Будем там, ну, я не знаю, я подумаю, что мы будем завтра готовить. Ну, соберемся, и завтра праздник, да, Рождество. И как бы с вами вместе мы его хотим отметить. Да. И плюс, говорю, почему радостная новость, то, что мы вам дадим возможность с нами бухнуть прямо в прямом эфире. То есть не просто вы там на той стороне экрана будете так и писать комментарии, да, которые мы там все равно пропускаем. Мы будем читаем. Общаться с вами, отвечать, да, на ваши вопросы. Вы можете прийти к нам, прям в онлайн, тоже поставив у себя, у себя там бутылку, не знаю, пиво, водки, неважно чего, и с нами пить в онлайне. То есть... Как мы это делали, вот не знаю, ну онлайн-трансляции, как мы делали на Ютубе. Да, да, да. То есть, допустим, я сижу у себя дома, Вадик у себя, Степа там у себя. И мы вот так же общаемся, только вы будете также с нами присутствовать. Вас все будут видеть, вы попадете на канал, на наш Ютуб. В общем, стоимость такого участия 3000 рублей, ребята. Вы можете собраться там пятером, десятером у себя дома где-то, не знаю, в баре у себя, неважно, поставить ноутбук, камеру и с нами общаться, то есть скинуться все деньгами. Почему такая цена, ребята? Такая цена, потому что мест всего 10, а желающих очень много. Ну, естественно, хотим отсечь сразу несовершеннолетних, которые, ну, в принципе, там нам и не нужны, потому что мы будем бухать, да? А несовершеннолетним бухать нельзя. Чтобы не подавать им нехороший пример. Да. Аудитория взрослая, поэтому мы будем общаться на взрослые вопросы, то есть, которые... Ну, касается всех мужчин. Может быть, расскажем о дальнейших наших планах. То есть на все вопросы мы постараемся вам ответить. Да, ну кто будет с нами, прям, да. Кто заплатит 3000 рублей и будет с нами в прямом эфире выпивать, прям с нами, ну, напрямую, в онлайне, с теми мы будем, ну, с теми будем общаться, отвечать на ваши вопросы. Максимум, ребята, только 10 мест, потому что больше прямая трансляция не дает возможности, так что торопитесь оплачивать реквизиты под этим видео, то есть либо на карту Visa, либо на PayPal, либо на WebMoney, присылать скрин платежа, либо фотку чека, присылать мне на электронку, электронка тоже в описании, присылайте, потом я вам на вашу электронку вышлю ссылку, по которой вы сможете зайти. Самое главное условие, ребята, надо, чтобы вы, либо ваш друг, с чьего ноутбука будет трансляция, были зарегистрированы на YouTube, то есть чтобы вот такая вот штучка у вас была. То есть вы не просто незарегистрированный пользователь, а именно, чтобы вот, как вот Владилен Вижевич, вот такая вот тема у вас была. Иначе, ну, вы просто не сможете зайти. Завтра трансляция у нас получается 7 января. Трансляция в 12:00 по московскому времени. В 12:00, то есть это будет трансляция называться «Пьяная похмел». Потому что сегодня же все Рождество отмечают. Забыли добавить то, что мы хозяева этой трансляции, и как на любой, ну, допустим, хозяева вечеринки, да, там любая драка, мы сразу выводим человека, ну, из помещения. Всех неадекватных. Да, всех неадекватных. То есть, соответственно, просто человека из трансляции выкидываем, все, и больше туда не пускаем. Ну, а деньги не возвращаем. Вот самое главное. Так что нажрался, веди себя прилично. Плюс у вас еще, кто бизнесмен, даже можете не бухать, можете просто купить место в этой трансляции, сидеть с нами. То есть, ну, может, кто-то не пьющий, да, может, кто-то уже выпил свою канистру, да, или бочку. Можете просто спокойно там рассказать про свою компанию, то есть, ну, прорекламировать всего лишь за 3000 рублей, да, свою компанию, сидеть с нами, выпивать или не выпивать. Что ты хотел сказать? Да ничего, жду вас завтра.